Теперь нам надо выбрать, эта модель будет у нас итоговой, или же модель, которую мы получили на всех 11 тысячах респондентов. Я думаю, надо выбрать вот эту сокращенную модель. Почему? Мы не прогнозируем примерно 5% респондентов, которые имеют большие остатки, которые не включены в эту модель. 5% от исходной выборки. R квадрат данной модели 0,712. То есть не прогнозируется или плохо прогнозируется на данной модели примерно 29% респондентов. Итак, мы вообще не рассматриваем 6%, и еще 29% плохо прогнозируется. В сумме плохо прогнозируется или не прогнозируется 35% респондентов. По исходной модели, где у нас R квадрат был почти 0,5, плохо или не прогнозировалось 50% респондентов почти. Очевидно, что лучше плохо прогнозировать 35%, чем 50%. Поэтому я предлагаю остаться с вот этой сокращенной моделью и ее интерпретировать. Давайте ее тоже проверим на устойчивость. Analyze Regression Linear. Выставляем Save. И тем самым мы задаем, что будет R квадрат для экспериментальной выборки. Он чуть пониже должен быть, поскольку R экспериментально чуть пониже, чем R обучающий, но не принципиально ниже. Здесь речь идет о каких-то процентных пунктах. Большая разница – это уже десяток процентных пунктов. Снова проверим на остатки. Для этого еще раз я сохраняю обычные стандартизованные остатки. Запускаю Explore для нестандартизованных остатков. Вижу, что средняя снова маленькая. Проверяю ее критерием Student. Меняю старые нестандартизованные на новые нестандартизованные. Вижу, что разница опять-таки незначима, то есть равна нулю среднеарифметической и мат ожидания в генеральной совокупности. И теперь уже, по большому счету, можно перейти к интерпретации, разве что еще дисперсионный анализ запустить, опять же, к остаткам, чтобы посмотреть, нет ли, опять же, не случайной вариации Y.